Всем привет! Сегодня на канале рыбалка с Ростиславом Дошиным. И давно видео не было. Короче, вышел вот на рыбалочку. Взял две удочки маховые и тесто. Но тесто хочу попробовать, будет ли ловиться оно или нет. Так что будем пробовать. А перед началом ролика поставьте лайкос, подпишитесь, а в конце напишите классный топовый комментарий. Ну что, ребят, а я пришел вот на место свое вот такое вот, где видео было, как я тут, это самый обзор, скамейка, столик там, ссылка будет в описании, кто хочет посмотреть. Ну, а я сейчас буду раскладывать удочки и пробовать ловить на тесто. Так что, друзья, не переключайтесь, будет интересно. Ну, поехали. Ну что, ребят, расставил я, короче, не успел еще это самое закинуть, уже клюнул карасик. Еще смотрите, какой хорошенький, просто офигенный карась такой. Классный карасяндрик. О, где-то ладошечный. Вот такой это, ребята, красавчик. Классный карасик. Не успел, короче, и посмотреть на поплавок, уже и клюнул. Вот такой вот карасяндрик. Всем привет! Хороший карасик. Первую, короче, расклал удочку, а с второй что-то там чуть-чуть не получилось. Сейчас буду это самое разбираться. Вот, ребята, на тесто вот такой с чесноком. Сегодня такая рыбалочка будет. На карасика. Отдых, короче. Начался учебный процесс и все. Уже все на учебе, работе. На работе уже были. Ну, короче, все по школам. По это самое, по учебам. Ребята, уже клюет. Представляете? Уже клюет. Я не успел, короче, закинуть эту удочку, как клюнул вот этот карась, которого я вытянул. Ну все, ребят, ждем. А пока надо разобраться с второй удочкой. Потому что тут чуть-чуть вот запутал вот гус. Вот гус, видите? Она запутала и поплавку не дают туда-сюда двигаться. Так что надо распутать. Ну, ждем. Так подумал, что ну его нафиг, короче, распутывать эту вот эту вот удочку. Просто на рыбалке надо рыбачить, а не распутывать удочки. Да и так пришел, короче, посидеть, просто отдохнуть после учебы. Ну, завтра опять на учебу, короче, так что надо. Я сказал себе по-любому посидеть на рыбалочке и отдохнуть вот так вот чисто с одной удочкой, и вообще кайфово вообще вокруг вот такой вот, ну как бы и кущи, а тут вот камыши, деревья, ветер чуть-чуть так вот шелестит, вот это все, ну кайфово очень посидеть вот так вот. Карасик поклевывает, так что, друзья, посидим, половим чуть-чуть. Нам не чтоб, ну, не чтоб там наесться рыбы там или нажиться на рыбы, а просто чтобы посидеть, отдохнуть душевно так на рыбалочке. И все. Так что
рыбачим дальше. Да, ребят, конечно, комары достают конкретно. О, ребята, есть карасик. Такой небольшой, но так офигенно прям клюнул, классно. Вот такой вот карасик. Еще кто-то его тут дерет. Да, поклевочка такая была. Поклевочка прямо классная была. Так раз, такой раз и взял. Небольшой, правда, но поклевка прямо зашибись. Комары прямо дубасят. Все, идем опять поклевочку. О, ребята, уже клюет. Представляете? О, пошел. Давай. Вот, блин, поспешил, ребят. Поспешил. Блин, да что ж такое, опять поспешил. Вроде так повело. Поближе попробую показать вам поклевочку саму. О, ты. Поплавочек. Поклевывает. Давай. Туда-сюда. Пробует. Мусолит и поплавок. Ух, ребята, есть карася. Ух ты, ты смотри какой. Вот такой вот, ребята, смотрите. Прямо гнут удочки. Вот такой вот красавец. А, блин, ё-моё, ребят. Прям с рук, это капец. Вы видели, какой бойкий. Только раз такой. Вот эта рыбалочка начинается, это мне уже нравится. Ребята, и сразу же клюет, сразу же. О,
Есть. Опять же такой самый классный. Смотрите, ребят. Активная промоция, активная. Так опять. Сейчас, ребята, покажу вам поклевочку. Чтобы камера была, там было лучше видно. Мне тоже видно, но плохо. Есть, ребята, небольшой, но все равно ж приятно, что клюют. Этого мелкого отпустим. Пусть растет. Ребят, сразу же клюют, капец. Промазал. Как поменять тесто?
нужна поклевочка, ребята. Я. Пошел, пошел. Есть, ребята. Мелкий, но приятный. Такой вот. Машет вам всем привет. Кидаем. Есть. Тоже такой самый. Ну, чуть больше. Есть. Это тот, такой самый больше, большенький, Чеснок работает, чеснок. Блин, поспешил, ребят. Ребята, походу короб есть. Тут где-то рядом короб есть, ходит. Смакает и, блин, по камышам бродит. Аж булькает. Короб есть тут.
Карась, я не сомневался, что вы его здесь нету. Тут его полно. Он только закинул, уже клюет. Только закинул, уже клюет. Это хорошо. О, пошел, пошел, блин. Есть, ребята, есть. Такой небольшой. Ого, уже начинается. О, Веревкина. Посидел, отдохнул, потому что тут половину карасиков. Да и надо уже идти домой, потому что нам надо дела, короче, сделать. Звонили, короче, надо дела. И наловил таких вот карасиков, сейчас отпускаю их. Вот такой вот карасик. Да. Пускай себе живут, растут. О, ребята, такой классный карасик, отпускаем его. О, пошел. Вот, ребята, еще вот такие вот карасики.
Эй, это что-то заблудимся. Пошел, пошел. Ну все, ребята. Посчитайте по видео, сколько я словил. Ну, а я буду заканчивать нашу рыбалочку. Друзья, надо там поделать дела. Уже на следующие выходные. Потому что на учебу. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки, делимся видео с друзьями. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Всем удачи, всем пока.